С памяткой срочно агентство сообщили о досрочном прекращении полномочий губернатора Тульской области Вячеслава Дудки. Соответствующий указ подписал президент Дмитрий Медведев. Исполняющим обязанности назначен депутат Госдумы единорос Владимир Груздев, который занимает, среди прочего, 104 место в российском рейтинге Forbes. Отмечу, что слухи об отставке Вячеслава Дудки давно обсуждались в СМИ, связаны в частности с коррупционным скандалом, в котором оказался замешан губернатор. Теперь уже экс-глава, правда, Тульской области проходит свидетелем по уголовному делу в отношении директора регионального департамента имущественных и земельных отношений Виктора Волкова. Тому вменяется покушение на получение взятки в размере 40 миллионов рублей. На допросе последственный чиновник заявил, что деньги предназначались как раз господину Дудке. А сам Дудка свою причастность к делу отрицает.